На территорию пансионата «Нева» заходят сразу две машины «Саха». Одна для вывоза мусора, который мы часто встречаем на дорогах Сочи, другая для мойки контейнеров. Их в городе около 7 тысяч. На мойку контейнеров уходит всего 5 минут. Используются моющие средства с дезинфицирующими веществами. Управление вообще отличное, легкое. Что в движении за рулем, что в управлении с установкой. Установка французская, но все полностью переведено на русский язык, чтобы все было доступно. Ничего абсолютно трудного нету. Но как бы любой справится. Только одна такая машина способна в день мыть 60-70 баков. Хотя сотрудники САХа говорят, что скорее всего придется работать моющей машине ночью. Днем сложно подъехать к мусорной площадке. Водитель Павел Дмитренко уже работал на таком автомобиле в Новороссийске, и отзывы у него исключительно положительные. Если он рекомендует себя как надежный автомобиль и чистка контейнеров, мойка будет более качественная, чем с Керхера, как мы моем на данный момент, то, возможно, мы приобретем такую машину. Специалисты оценивают, как она работает, проверяют все досконально, ведь это совсем не дешевый транспорт, который очень нужен для нашего города. Тестирование продлится 3 дня. Если такие супермашины начнут работать на сочинских улицах, на тарифе, как утверждают в САХе, это не отразится. Елена Овсецина, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.